«Шахтер» в тяжелом матче обыграл «Наполи». Горняки стартовали с победы в групповой стадии Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» сумел выстоять перед «Наполи» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2017-18. Поединок состоялся в Харькове на стадионе «Металлист» и завершился со счетом 2-1. Горняки активно начали матч и уже на 15-краткой минуте открыли счет. После передачи с правого фланга от Сырны Феррейра сделал скидку на Тайсона, который, подработав мяч, точно пробил в ближний угол. После перерыва, на 58-й краткой минуте, горняки удвоили свое преимущество. Степаненко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Рейна ошибся на выходе, и Факундо Феррейра отправил мяч в пустые ворота. На 71-й краткой минуте Аркадио Шмелик с пенальти забил первый ответный гол, но на большее итальянцев не хватило. Отметим, что Харьков впервые в истории принимал матч Лиги чемпионов. «Шахтер», «Наполи» 2-1. Голы. Тайсон, 15, Феррейра, 58, Милик, с пенальти, 72, Шахтер, Петов, Срна, Ардец, Хачилова, 92, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Коваленко, 77, Тайсон, Бернард, Феррейра, Дентинья, 88, Наполи, Рейна, Хисей, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Гамшик, Мертинс, 60, Диавара, Зьелинский, Аллан, 67, Кальехон, Милик, Инсинье. Предупреждение. Фред, Степаненко, Инсинье, Мертинс, Кулибали. По материалам сайта news.com.